Привет всем! Сегодня в обзоре перчатки Impact City от компании Camelback. Эти перчатки полностью сделаны из синтетических материалов, предназначены для каких-либо механических работ, для работ с оружием, стрельбы, для вождения в сложных условиях, будь то за рулем автомобиля, будь то за рулем квадроцикла. Перчатки довольно-таки эргономичны. На запястье у них есть резинка и липучка и петля из паракорда, что позволяет довольно-таки удобно одевать перчатки, то есть захватить большим пальцем, указательным пальцем за петлю утянуть. Перчатки заканчиваются на запястье, что не мешает носить браслет, например, тот же самый, и часы на руке. То есть часы и перчатки друг другу не мешают, не создают дискомфорта какого-либо владельца. Можно быстро сосчитать время с часов, а также вот комфортно носить перчатки. На тыльной стороне ладони синтетическая кожа кларина. Места, которые больше всего уязвимы на ладони и подвержены воздействию, а также на которых, где возникают мозоли, волдыри, вот здесь, здесь, посередине и вот здесь. Имеются дополнительные нашивки кожи, что уберегает ладонь от воздействия, а также сами перчатки устойчивы к истиранию. Также на больших и указательных пальцах дополнительная липучая, так сказать, липучая вставка, дополнительный кусочек кожи, что позволяет более комфортно захватывать и удерживать какие-либо предметы. Между пальцами имеется отверстие. Вот. Здесь хорошо видно. Вот. Для того, чтобы пальцы дышали. Вот между всеми пальцами, кроме большого. Швы внутренние. То есть внутри пропускается для большего удобства. С наружной стороны ладони защищены неопреном и двухсторонним спандексом. Там, по-моему, с 3% углеродной нитью или что-то такое для большей защиты руки. Спандекс с одной стороны защищает вашу руку, а с другой стороны он более такой эргономичный, обтягивающий, чтобы комфортно сидели перчатки. Этот неопрен на костяшках, он с одной стороны мягкий, что позволяет комфортно работать с суставом, разгибать. Нету твердых вставок в этих перчатках. С другой стороны он защищает эти костяшки на пальцах. Единственное, как по мне, пальцы мои здесь уже упертые, а вот спандекс, этот неопрен заканчивается вот на этих костяшках. То есть, если его продлить, возможно, было бы лучше. То есть, вот он как раз мои костяшки на краю. Вот перчатки. Здесь имеется бирочка с производителем, а также с составом, из чего сделаны эти, из каких материалов перчатки, и инструкция по уходу за перчатками. Также имеется предупредительная бирочка, что, внимание, эти перчатки не защищают от огня. Вот такие перчатки довольно-таки удобные, комфортные. Эти перчатки уже были в использовании неоднократно, поэтому они вот немного подостерлись, но тем не менее они целые. Нигде намеков на порывы отсутствуют, эти все намеки. Вот, в принципе, коротко и быстро о таких перчатках. Большое спасибо за внимание. Всем пока.